В Тверском областном онкологическом диспансере новый руководитель. Накануне распоряжением губернатора Тверской области главным врачом назначен Дмитрий Максимов. Как сообщает официальный сайт диспансера, Дмитрий Максимов в 2012 году окончил Тверскую медакадемию по специальности лечебное дело. С 2012 по 2014 год проходил клиническую ординатуру по онкологии. С 2014 года работал врачом-онкологом отделения патологии молочной железы и кожи онкодиспансера. Имеет второе образование по специальности государственное и муниципальное управление. С ноября 2018 года назначен на должность заведующего онкоотделением больницы четыре. Прошел обучение в аспирантуре, а 19 января текущего года ему присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.